Совсем небольшой, но вам тоже понравится. Вы знаете, что такое флешмоб? Да, о, вижу, вот середина точно знает. Правая сторона, знаете, что такое флешмоб? Отлично. Давайте немножечко попробуем погреться и посмотреть, как вы умеете хлопать. Умеете хлопать, Гордик Столы? Да, конечно. Друзья, вас верю. Сейчас наша барабанщица даст нам бит. Да? Небольшой бит. И на мой сигнал мы будем все вместе хлопать. Вы поняли, в чем заключается суть? Давайте попробуем. Ксюша. Неплохо. А теперь разнообразие мы добавим к этому небольшие звуки голосовые. Вот так, умеете? Hey! Умеете? На 3-4. Давайте. Раз, два, три, четыре.